Незабываемым праздником явилась встреча в столице Азербайджана самого почетного и дорогого гостя Леонида Ильича Брежнева. Горячо и сердечно приветствовали его представители трудящихся республики. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев прибыл в Баку для участия в торжествах, посвященных вручению городу ордена Ленина. Все достижения советского Азербайджана – результат мудрой политики Ленинской партии. Леонид Ильич Брежнев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Черненко и другие официальные лица посетили передовые предприятия города. Завод бытовых кондиционеров. Это предприятие построено по личной инициативе товарища Брежнева. Гостям рассказали о перспективах развития завода, расширения его производственной программы. Во дворце имени Ленина состоялось торжественное заседание. В президиуме генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Черненко, представители партийных, советских и общественных организаций. На трибуне Леонид Ильич Брежнев. Дорогие товарищи, друзья, у нас с вами хороший повод для встречи. Мне поручено вручить городу Баку самую высокую награду Родины – орден Ленина. Товарищ Брежнев отметил большие успехи трудящихся Баку, дал глубокую, принципиальную оценку ходу выполнения народно-хозяйственных планов. Говоря о ключевых проблемах международной обстановки, он подчеркнул, что несмотря на стремление реакционных кругов Запада обострить отношения с нашей страной, внешняя политика СССР была и остается политикой мира. В заключение своей речи товарищ Брежнев сказал: «Пусть любимый образ Ленина на знамени Баку вдохновляет трудящихся вашего города и всей республики на новые подвиги и свершения на путях строительства коммунизма. Да здравствует братский, могучий и нерушимый союз всех народов и наций великой советской страны». Орден Ленина на знамени столицы Азербайджана. От имени трудящихся республики кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев выразил искреннюю благодарность за высокую награду, готовность ответить новыми трудовыми успехами на постоянную заботу партии о благе народа. В Бакинском заводе бытовых кондиционеров к первой годовщине новой конституции СССР выполнены социалистические обязательства, взятые на третий год пятилетки. После встречи с Леонидом Ильичем Брежневым коллектив трудится с особым подъемом. Сегодня вся продукция предприятия маркируется почетным пятиугольником, знаком качества.